Ребята, меня зовут Сен-Фан, Фадель, и я сегодня буду новым ютубером. Я буду играть, сейчас будет запись Team Fortress 2. Вот сетевая игра. Я буду играть в тренировку, пока чтобы было нормально и не зависало сильно. Ну вот, контрольные точки, царь горы. Сопровождение. Я буду играть в контрольные точки на карте Duskball. И, например, вы можете перемотать вот здесь, потому что здесь я буду сейчас... у меня долгая будет загрузка, так что перематывайте. Простите, у меня нету монтажа, чтобы я мог это вырезать. Так что можете перематывать. Ничего здесь не будет. Если это... Чтобы сказать мне, пока, да, я знаю, сейчас все выйдут из этого видео, скажут, ну, школьник какой-то. Мне 13 лет, я знаю все минусы школьного геймерства. Ну, типа, они говорят, начинают говорить какие-то дурацкие слова, просто что-то болтать. И ненормально играют. Короче, я в эту игру уже нормально поиграл. Мой любимый класс снайпер, и я отлично снайпер. Так что также я буду делать видео про Майнкрафт. И, ну, у меня уже survival. Простите, я не смог начать сразу survival и записывать, как я еще новичок в survival. Но у меня уже там золото и все. Я просто буду. И буду делать гайды по Майнкрафту. Так что подождем чуть-чуть. Thank you.
ржать. Итак, продолжим. Ну и... Мне не нужно видео. Так, Итак, погнали. Я всегда, ну, снайпером вот здесь стою, вот так. Смотрю на одного. Вот и придурки стоят. О! Хватит, не кричи! Ладно, мы идем в обход, и вот здесь мы видим карта, и его легче всего это делать. Так, позагалок чуть-чуть, да. Блин, прям вверх заряд пришел, прям такая... Откуда вам? Ладно, я чуть-чуть звук уменьшаю. Ура! Могли починял. Ну ладно, я не сейчас, я же за снайпера играю, да, я за снайпера играю. Я не всегда за снайпера, я переключаюсь, да, я отлично переключаюсь, красиво. Например, сейчас мы здесь, я буду суппорт. Я суппорт снайпер и попадаю. На этой карте я всегда делаю суппорт снайпера. Так как, ну, здесь мне надо их просто подтягивать, чтобы они нормально бегали, как будет. Добавлено время. Так, нам добавили 3 минуты, или не так, что-то. И вот, как я сказал, мы уже здесь победили, и пока я не умру, когда я умру, сейчас поменяю. Сейчас из вас фарш! Я нечаянно им упал в голову, что не говорите, что я читер. Так, здесь больше всего турели кладут. Турели. Мы здесь будем сейчас... Вот так. Нашли медик, то он подозревал. Удался. Найс! Надо эту турель. Что тебя сюда принесло? Опять. Не, вообще мне это опять. Задолбали. Правда же задолбали? О, сейчас мне снова надо. Вот я довольно уже давно играю и хочу попробовать наш новый лепучинок. Вот он. Нормально. Спасибо, Чикога. Чикога. А что значит Чикога? Да и он взрывает. Чисто. Ну, я живу в Ливане. Моя мама тоже началось. Блин, что это? Убер заряд. Меня лечит? Да. Лечит. Спасибо, Human Darwin, мы хотим кофе. Ладно, хватит болтовни, а то сейчас все. Школота, та же самая, как все.
Так. Я знаю, говнюк. Я это знаю. Очень хорошо знаю. Ладно, сейчас я буду дальше. У меня есть другие звуки, но я заметил, что это самое сильное. Да, представьте себе. Самое первое и самое сильное. Крит Траукетс. Крит Траукетс. Нормальный у меня как-то отбирают. Вот, мы его убили. Вот, реально. А! Всем за свою турельно! Чё? До конца миссии сколько? Ну никто. А, вот, 5 минут. Драбаш берем. Почему начала эта стена? Мы гоним. Ну, самое дурацкое, потому что тут инженер дурак, не может там телепорт поставить, о! И лучше всего сделать вот такой. О, это во всех. Простите. Простите за опоздание. Сейчас мы здесь. А, меня убили. Убирая 62. Сейчас мы будем этим синими гномами. За мной бежит. Итак, мы... О, мы захватываем уже. Простите, что так я опоздал. Ну давай. Берзаряд. Включите берзаряд. Не может так. Я довольно люблю. Ладно. Ну, не знаю. Говно! Ладно, сейчас. Я надеюсь, так, как который я думаю. Да? О, здесь я буду играть шпионом. Он довольно сложный голос, но по своей. Ну, вот на этой карте я смотрю, что делать. Сначала иду в ту... видите там
где написано Дженкин туда за стеной, потом маскируюсь, иду за ними и начинаю бить. И потом, когда бьешь, проблема, маскировка уходит, так что тебе надо нажимать сразу правую кнопку на мышке, чтобы сразу быть невидимым, короче. Итак, ждем эти 20 секунд. Да, и когда вы играете, хотите играть, эти 20 секунд выглядят, как будто они чувствуются, как будто они где-то там. Миссия начнется через 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Так, и боты довольно, ну, вот такие уж грубые. Так, меня замечают. Видите уже, бой, ножом, бля, и ударили их, и убрали их. Так, видите? На этот раз мы быстро пошли. Слава Богу. Я вообще там мусульманин, так что не переключай. И, короче, мы нападаем. Зарядка. У тебя есть большой шанс убить его, прибить. Не знаю, что делать. Гвоздями туда его. Разрушили телепорт. Так что миссия камикадзе выполнена. Я надеюсь, кто-то дебил телепорт положил. Вот. Слава богу, вот телепорт хотя бы положил. То есть ему осталось выход. Тогда мы не будем ждать все это время. Это что, выход? Ура! Я вот так. Чуть умненький вам показал. Умный. Я не буду даже бить. Так, здесь они не сразу будут подозревать. Я там быстро пошел, но ударил. Всегда маскироваться, всегда. Я маскировку пошел. Что это? Бля, чё ты шо? Ну, медика бы убили. Ох, сейчас. Ну, это так и думать, так что... Вот, видите, о чем я говорю. Хороший мальчик. Сразу вот так положил, мы пришли, встали. Ой, блин. У, горевший не видит. Горевший не видит, но это красиво. Даже. Я не знаю, иногда говорят,
нету стрейфа в этой игре. Вы можете мне просто рассказать, что такое стрейф? Просто рассказать. Если вы, конечно, смотрите это видео, я думаю, я буду большим лузером. Меня почему-то лагает, всегда при записи лагает. Сейчас главное не попасться под... Это, под пулю. Потому что если ты замаскирован... Под пулю во время маскировки вас сразу же заметят. И видите, не надо... Узнали, что я шпион. Не знаю, да? Но узнали. Так, лагает, подлагивает. Так, маскируемся. Заходит, как эти, как эти. Ну, байдергат. Байдергат. Убиваем его хотя бы. Печально. Убили. Запечатлит вроде. Это самое главное, смотри. Сначала маскируйтесь, потом становитесь невидимыми, потом выходите за, например, за камни, ну или где вы спрятались, чтобы маскироваться. Сразу бьете и раз маскируете. Как бы сказать. Раз маскируйтесь, да. Ну, становитесь видимыми, короче. Камуфляж убирает. Вертолет пополняйте. А я вас убью, а я вас убью. Надо было замаскироваться сначала. А чё это? Ну, у меня не было другого выхода, просто если я не поддержал бы, мне бы так... Спасибо, мой друг. Пять минут, нормально. Хотя она потом сказала, что... Выйди-ка. Вот так вот здесь садись. А здесь больше всего кладется. Оп. Я просто привожу. Еще раз попал на рожон, хотя я был за маски, не видел. Я не знаю, будет ли видео лагать, будем это. Видите, когда я записываю, видите, как все лагает. Оп, оп. А если не записывать, как все скажут, и на, вот у тебя плохой компьютер, то, да, ну, у кого при записи лаптоп, ноутбук, да. Главное не подходить слишком близко. Я быстро убью меня. О! Меня убивает. Я бы мог просто стрельнуть несколько раз, но ну, убить ее. Что мне? Главное, когда вы не видели, никого не вредит. Видите, о чем я говорю? А какие я его? Ну, боты не выбирают там, или снайпера, не выбирают снайпера или шпиона. Просто не хотят сейчас.
выигрывать. Самые укомплектованные классы. Ну да. Ну и у меня прикольно то, что шпион, например, если ты взял, положил крючок. Ну вот если бы как в Блицбригаде, ну, это на iPad, там шпион невидимый, можно было бить. Ты невидимый, бить нельзя. Так что, да, если ты невидимый и подокрался к кому-то, надо ждать, пока ты там сейчас будешь видимым 3 часа. И я не знаю, как ты и отпустил. Бля! Сломали. Я, видите, почему я говорю? Прикольно играть шпионом. Все время эпик. А, у меня даже голос поменял. Вроде жучка. Жучка. Я разве на 2 телефона положил? Ну ладно. Бьем, я сказал. Сверху снова. О боже. Миссия начнется через 60 секунд. Спасибо. Спасибо, доктор. Спасибо за просмотр. Если вы, конечно же, посмотрели, потому что я думаю, никто это не посмотрит. Всем спасибо за просмотр, так что пока.